Друзья, ну а данный видеоролик вам поможет прекрасно улучшить вашу Wi-Fi скорость на ваших iOS устройствах и также на Android устройствах. Работает абсолютно для всех. Если вам интересно, досмотрите видео до конца, и вы будете довольны. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Ситуация проста, то есть та скорость, которая у вас дается по умолчанию вашего провайдера, особо прирост не будет, и чтобы вы там не химичили в настройках. Но я вам помогу это изменить с помощью DNS-сервера. Есть два пути, как это сделать, именно сразу два поставить вместо тех текущих, которые у вас идут по умолчанию. Ну а перед началом мы с вами замеряем скорость, чтобы убедиться, что наша скорость действительно будет изменена. Вот сейчас продемонстрирую то, что которое у меня сейчас выдает. Имею в виду то, что у меня работает ноутбук. 4, 5, примерно 5-6 устройств уже подключено. Несмотря на это, мы замеряем текущую скорость и уже будем отталкиваться от того, что получим. Вот, имеем данную цифру. Запоминаем 126,83. Теперь применяем настроечки, которые я вам сейчас покажу. Значит, переходим в настроечки, выбираем нашу Wi-Fi сеть. Нажимаем на буковку I, опускаемся ниже, выбираем настройки DNS. Вот, переходим в ручной режим. Вот это вот все убираем, кроме нижнего маршрутизатора нашего. И вбиваем два новых, которые вы сейчас видите. После этого у нас меняется скорость. На уже сейчас вам покажу. Так вот, давайте мы теперь с вами замеряем уже с новыми настройками. И какую скорость нам выдаст данные настроечки. И вот, ребята, как сами можете заметить, то, что действительно у нас прирост в два раза. Не побоюсь этого слова, действительно в два раза. Как видите, итоговый результат у нас на скачку идет 394 и на загрузку у нас 853. Это же круто. Вот сами, друзья, видели наглядно, скорость реально в два раза превыше того, чем она была от первоначальной скорости. Я думаю, это видео заслуживает пальцем вверх. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик, чтобы потом не упустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.